Вот мой рыбацкий фонарик, аккумулятор питания. Сейчас покажу. Тот ад, который творится вот здесь вот. Вот. То есть просто льется, как из ведра. Центр циклона пришел. Центр тайфуна. То есть вот я снимаю. Вот, видите? Это я вышел из дома, да? То есть херачит просто со страшной скоростью. Вот. Я свечу на небо, да? Просто это вот все тонет. Это нас зазывают на выборы. С вами Юрич. Трансляция экстремального. То есть тонут уже, машины стоят в воде. Вот они. Да все нахрен тонет, к черту. Но власти главное провести выборы. Ей похеру, что тонет город, да. Что ему уже приходит просто пидец полный. То есть что тропический ливень там и прочее. Это вот озеро в моем дворе, оно уже все вон под асфальтом, туда еще глубже. То есть здесь вот вообще ураган сейчас ломает ветки. Просто страшенный ураган. Вот я не знаю, насколько я могу фонариком подсветить вот эту жесть. Моментально промокает все. Ну туда сейчас давайте пройду до угла. Там вообще лужи. То есть власть не трахает, что тонет город уже. Он тонет уже месяц. Ей главное отмыть бабки, сделать свое. Никто нас не спасает, блядь. Никто не откачивает воду. Это вот двор, там все в подвале вода стоит уже. Комсомольск на Амуре это. Я не знаю, удается мне дождь перекричать. Как могу, свечу, да? Все, дальше море пошло, сплошное, блядь. Все, дальше уже сапоги и поплыли. Это 21 век, блядь. То есть вот мои сапоги. Все. Улицы во что превратились моментально. Ну дальше уже на лодке. Это машины стоят на бордюрах. Бордюры все затоплены. Сейчас забегу на крыльцо. Ну все, я мокрый весь. Как бы никуда еще не ушел, да. То есть вот эти реки бегут, заполняют. Вот видите, течение. Все. Бежит. Оно потоком уже дом. Вот машина по уровень какой. Уровень воды, это вот плитка. То есть просто бежит течение, да? И пошло там по дворам, везде такая же херня, короче.